Завтра в Краснодаре завоют сирены. С 10 до 11 часов утра в городе пройдет проверка системы оповещения населения. Ее планировали еще в конце ноября, но в итоге перенесли на 6 декабря. В обычном режиме звучание сирен является предупредительным сигналом «Внимание всем!». Он может означать чрезвычайную ситуацию природного или техногенного характера. Если вы услышали сигнал, необходимо включить телеканал «Россия-24» МТРК «Краснодар», «Кубань-24» или настроить радиоприемник на частоту 102,7. По этим каналам связи передадут специальное сообщение для населения.